В Мариэл продолжается формирование штаба общественных наблюдателей на выборах главы Мариэл. В его состав войдут и представители политических партий, представленных в нашей республике. Соответствующее соглашение о сотрудничестве с общественной палатой Мариэл было подписано партийцами в среду, 3 августа. Сегодня мы говорим о том, что мы будем осуществлять подготовку, совместную подготовку в качестве общественного наблюдения. Мы говорим о том, что у нас установились партнерские отношения с политическими партиями. Мы говорим о том, что у нас будет взаимодействие в плане и подготовки общественных наблюдателей и иных вопросов. Мы можем создавать какие-то рабочие группы для того, чтобы снимать те острые вопросы, которые будут происходить в ходе подготовки общественных наблюдателей. Заинтересованность в прозрачности и легитимности выборов выразили присутствующие представители всех партий. Еще одна не менее важная задача, которой предстоит уделить внимание наблюдателям, это пресечение недостоверной информации и фейковых новостей в период предвыборной кампании.